по поводу удара по нашим базам дальней и стратегической авиации. Значит, выводы сделаны? Значит, надо иметь в виду вот что. Выводы, конечно, сделаны, я в этом не сомневаюсь. Система противовоздушной обороны усилена вокруг этих баз. Но решить ключевую задачу создания, воссоздания глубоко эшелонированной системы ПВО по всей территории страны в такие сроки сделать невозможно. Понятно совершенно.